Добрый день, дорогие друзья! В этом видео хочу познакомить вас со своей книгой, которая называется «Энциклопедия для косметолога». В этой книге я собрала самые эффективные, самые популярные, самые востребованные услуги в сфере косметологии. Давайте пройдемся, я расскажу, что вы узнаете, прочтя эту энциклопедию. Итак, начинается все с ботокса. Механизм воздействия ботокса в косметологии и применение. Косметологические процедуры для улучшения внешнего вида лица, кожи лица, головы и волос на голове. Комплекс «Моментальный лифтинг Лифт 100». В этот комплекс входит несколько процедур, оказывающих лифтинг-эффект на все лицо вашего клиента при помощи филлеров. Плазма-лифтинг, baby face, не все знакомы с этим понятием, да? Это детская личика, как сделать, придать моложавости личику, да? Но естественно, что для бабушек там 60, 70, 80, эта процедура будет несколько неуместна, да? А если вот девушке 25-30, да, baby face, сделать этот комплекс процедур, и она вот так лет на 5-7 помоложе будет выглядеть, так вот наивно будет детская личика. Очень интересный комплекс, рекомендую обратить на него внимание. Профиль Джоли, всем известны это углы, да, подбородок, у нас и скулы для того, чтобы выглядеть, иметь внешность такую голливудскую. Лифтинг Нефертити – это подтяжка ботоксом нижней трети лица. Худое лицо – тоже комплекс процедур, направленный на то, чтобы полное лицо сузить, да, и сделать его визуально худым. Дальше – мезотерапия и биоревитализация. То есть теоретическая база, мезотерапия лица, мезотерапия тела, мезотерапия живота, боков и головы, биоревитализация, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, дальше бьютификация губ. Бьютификация губ – это 20 самых базовых техник по увеличению губ, которые должен знать любой косметолог, как только он входит в сферу инъекционной косметологии. То есть там базовые техники, базовые приемы, на какую глубину, какое количество препарата, какой препарат, как устранить асимметрию, как сделать классическое увеличение, как подчеркнуть контур, как придать объем. То есть это все базовые вещи, которые должен знать любой косметолог. И с этого курса начинаются любые ваши дальнейшие взаимодействия с губами. Да, ну а собственно дальше у нас идут Russian Lips, это плоские губки в плоскости, увеличенные такие бантики, да, на примере губ Горуновой. Нюдовые губки, это естественная форма губ, сахарные губки техники, техника Горуновой, собственно, тут тоже описано, контурная пластика, пластика носогубки, увеличение губ, курс процедур, интимная пластика, сенситивная контурная пластика. Сенситивная контурная пластика – это соски. Знаете, сейчас очень модно не одевать лифчик у девушек. И пришла модного к нам из Америки, конечно. И чтобы через тонкую шелковую одежду соски просвечивали. И для этого девушки ходят к косметологу, чтобы при помощи филлеров сделать сосок больше и увеличить его в размере и сделать так, чтобы он стоял, да? Современная, да? Это в курс сенситивная контурная пластика входит, а сюда же увеличение клитора и точки G. Дальше у нас интимная женская пластика. Интимная женская пластика – это увеличение больших малых половых губ и сужение входа во влагалище. Интимная контурная пластика для мужчин – это половой член в объеме для увеличения и увеличение головки для усиления чувствительности. Дальше – медицинская теория для косметологов, то есть вся необходимая медицина, которую должен знать косметолог. Простая анатомия сложных зон, сердечно-легочная реанимация, техника взятия венозной крови,
правило, ведение социальных сетей Instagram для косметологов-практиков и косметологов-преподавателей. А дальше курс-тренер, то есть каким образом что вы должны делать для того, чтобы стать тренером по косметологии, преподавать. Дальше медицинская косметология, аллергические реакции на инъекции, очень важный пункт. Бывают случаи и самым печальным исходом. Нежелательные явления в инъекционной контурной пластике. Дальше инфекционные нежелательные явления воспалительного и невоспалительного характера. Измерение артериального давления. Внутривенная инфузия лекарственных средств. Дерматологическое осложнение после косметологических манипуляций. И как стать косметологом без медицинского образования, тоже очень важно. Так как у нас большое количество косметологов сейчас, да, не имеют высшего медицинского образования, кто-то даже среднего, и работают, тем не менее, и работают успешно. Это больная тема, нашумевшая, ей уже много времени, но, тем не менее, вот так наши реалии в жизни устроены, что очень много кто работает без медицинского образования, и для них эта энциклопедия, она станет настоящей палочкой-выручалочкой, потому что в ней заключены все аспекты, которые нужны косметологу для работы. Эту книгу можно приобрести как в электронном виде, так и в распечатанном. Правда, уже не так много экземпляров осталось. В электронном виде всегда отправим.